В мире выставка открылась в известном парижском поместье Соломон де Ротшильд, что еще раз подтвердило приоритетность пропаганды нашей культуры в деятельности президента фонда Гейдара Алиева Мехилана Алиева и вице-президента фонда Лейлы Алиевой. Выставку, проводимую по инициативе Лейлы Алиевой, можно оценить как успешное представление современного искусства Азербайджана, сочетающего в себе традиции восточной и западной культуры. Азербайджанское искусство имеет древние исторические корни, сказал Эбе Микаэлов, и подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют еще большему его признанию в мире. Он поблагодарил президента фонда Гейдара Алиева Мехилана Алиеву, вице-президента фонда Лейлу Алиеву за их вклад в организации этой выставки. Затем первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева Мехилана Алиева, вице-президент фонда Лейла Алиева, министр культуры и коммуникации Франции Фредерик Миттеран ознакомились с экспозицией выставки. Среди участников есть и имя вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиева. Иллюстрации к сказкам книги «Жили-были», автором которых является Лейла Алиева, в скором времени увидят свет на русском и английском языках. Ее авторские полотна «Гранат», «Гранатовое дерево», «Жизнь продолжается» и другие привлекают внимание своей оригинальностью.